Всем привет! Мой сегодняшний маленький обзор посвящен моим покупкам в RiffGosh. Я сегодня ездила в Ярославль, встречалась с Аленкой и подарком от Аленки. Начну я, пожалуй, с того, что мне впервые в жизни подарили сертификат. Сертификат был в RiffGosh на 500 рублей от Аленки. В общем, я кое-что приобрела и кое-что частично оплатила там своими деньгами. Вот такой вот гель. Мягкий гель для душа с экстрактом корицы. Вообще он был по распродаже, там была какая-то распродажа в RiffGosh, где 50% скидка на очень много ассортимента было. Вот такой вот гель, на самом деле, Аленка сказала, что пахнет чем-то, но я нюхала, не поняла. Вот сейчас опять нюхаю и опять не понимаю, по-моему, ничем не пахнет. Ну, в душе, я надеюсь, я пойму, чем он пахнет на самом деле. Вот такой вот мягкий гель для душа с экстрактом корицы, согревающий чувственный аромат, без парабенов и красителей, 88,8% травы натуральности. Так, потом, там, где есть всякие ели, скрабы и прочее на развес, вот такой вот гель для душа. На него тоже были скидки. Гель для душа гранат весовой с экстрактом граната. Он шикарно, просто вот все, которые я там нюхала у девушки, консультанта, вот этот мне больше всего понравился, он шикарно пахнет гранатом, он будто гранатовый сок туда влили. Вот его прям хочется скушать. Я даже думаю, сегодня я его обновлю перед сном. Вот такой вот, 200 миллилитров. Так, и вот это еще последняя часть покупки, это... Как мне посоветовали, я хотела вообще скраб для тела, тьфу, для лица купить, но что-то я все не могла найти, там что-то все теряло, да, власти, не совсем то, что нужно было. В общем, как мне посоветовали, маска пилинг для лица, ваниль, весовая. Вышла она сначала на 427,02, потом по скидке, по Аленкиной карте, в общем, где-то на 300 рублей она вышла. Все вместе у меня вместе с сертификатом, но вообще на сумму вышла на 900 с чем-то. Ну и за минус сертификат я оплатила где-то 455, кажется. В общем, маска пилинг. Тут рецепт: глицерин, масла, ши, авокадо, подсолнечника, ваниль, измельченная скорлупа миндального ореха. Вообще выглядит как вкусняшка такая, когда накладывали, хотелось ее скушать. Вот такая вот штучка. Сколько тут у нас по весу? Вес 66 грамм. Вот сегодня я тоже ее надеюсь попробовать. Ну и у меня тут два таких пакетика классических, два маленьких беленьких. Это вот моя покупка, частично в подарок. Это та самая баночка в пупырышках. Аленка выложит влог, небольшой мы записали, ну и в общем там как раз про баночку заварился. Такая баночка в пакетике из пупырышков, люблю я лопать такие пакетики. Вот сейчас как раз один и лопнул. Так, сейчас мы ее достанем. Давай, давай, давай. Банка для чая Faberlic, коллекция Снегири, 2015 год. Мне как раз надо куда-нибудь положить часть своего лотоса, точнее его листьев, которые мне пришли с Али. Тут как раз в нее я и засуну. Тут еще какие-то. Вот такая симпатичная баночка со снегирями. Довольно хорошая. Еще мне был подарок по этой открытке от Ифраше. В этот раз в Ифраше я ничего не покупала, затестила духи, новую розу, но пахнет она исключительно как роза Абсолют. Хотя я отзывы читала на сайте, что там что-то другое еще чувствуется. Ну, не знаю, вот роза розой, мы с Аленкой сошлись в одном мнении. Я еще подумала покупать за 2000 духи, которые пахнут розой. Роза у меня стоит сзади там в нескольких вариантах. И я не решила ничего не покупать, и впервые в жизни взяла просто подарок на день рождения. В подарок на день рождения в прошлом году мне давали миньку туши, но на самом деле потом ее заменили туалеткой. Я думала, что мне, может быть, заменят туалеткой, но мне дали полноценный в этот раз флакончик туши, вот такой. Couleur Nature 3 или что-то в этом роде, секси объем. Объемная тушь для ресниц. Первый черный, 9 миллилитров. Вот. R530. Ну, я думаю, она у меня пойдет в подарок. Я вообще за ней в основном ехала, если в Рошев сам шла.
именно чтобы забрать эту тушь подарочную, или на день рождения своей тетушки пойдет у нее в марте, или, может быть, на 8 марта с подружки. И вот еще второй, точнее, третий подарок от Аленки, это новинка. Гель для душа, сила витаминов Нивея с чувственным ароматом ягод асаи и антиоксидантами черники. Пахнет, кстати, очень вкусно. Чем-то таким вкусным. Вот так вот. Ну, еще раз. Теперь у меня есть три новых геля. Нивея. Что-то французское. И что-то... А, это вообще сделано в Греции, кстати. Потом скраб-пилинг, он же маска. Баночка. Пара пакетиков я уж не буду доставать. И вот такая тушь. Если вам это было интересно видео, то я рада. Ну, там ставьте лайки туда и сюда и так далее. Подписывайтесь, если вам интересно. Ну и до новых встреч. Пока.